В 1987 году Тальков в белой рубашке с аккордеоном в руках поет «Чистые пруды» на «Песни года». А уж после того, как клип на эту композицию показали по телевидению, певец становится настоящей звездой. «Чистые пруды» — это что? Это хит хитам, дай бог всем так писать. Он встал на определенный пьедестал, который ему позволил заходить, открывать ногой какие-то двери и что-то требовать, потому что он был любимцем, у него были аншлаги. Он был очень востребован, и тут ничего не могли поделать.